Wing есть три апгрейда на атаку, делается первый апгрейд на защиту. В полную силу работает у нас золото, добавляется куча гейтвеев. Для чего? Для того, чтобы после битвы быстренько восстанавливать свой лимит. Абсолютно правильное решение. Таким образом, сейчас давайте посчитаем, сколько гейтвеев у Тоса. Вот. Это означает, что у нас 14 гитвеев. То есть 28 лимита будет варпаться прямо на голову Терна. Тут был недавно у нас пилончик, к сожалению, мы убили. Но не важно. Я так понимаю, у нас идет последняя атака в этой игре. Взлетает тут же Кумацетр, не хочет он ничего. Нет, все-таки ставится на месте. Я хотел сказать, не хочет он больше этих минералов, но хочет, хочет очень сильно Вуди. Мейн у него все-таки заканчивается. Ой-ой-ой, Протос, обратите внимание, заметил, что Терн поставил себе базу на острове. И неужели Гуди держится? Посмотрите, Протос отступает назад, он не пытается ломиться вперед. Надо, конечно, починить бы сейчас в срочном порядке Комацет. И вот идет налом, впереди идут Иммортал. Очень правильно расположил свою армию Протос. Пробивается Зилоты вперед. Умирает у нас первый Тор. Но мне кажется, что Гуди устоял. Вы посмотрите, неужели это получилось у Гуди? Он выдержал, он защитил свою третью базу. Правда, к сожалению, отогнали его остров, но при этом он разобрал лимит Протоса, сравняя потери практически, вернее, практически выровнял их. И у нас идет Давар со стороны Тоса. Продолжает он потихонечку демейджить планетарную крепость. Вылетают викинги, но тут они, конечно, ничего не сделают. Блинкается вперед сталкерами. Ой, и Гуди у нас сдается. Ну, как-то непонятно это было. Мне кажется, что вот закрепившись на третьей базе, Гуди должен был продолжать, но нет. Гуди сдается, и 2-1 побеждает у нас на Нива.